огромнейшая просто колонна, шар, шоу, просто невероятное количество шариков, употребленных по назначению. И, кстати, вот в голове этой колонны, ну то есть в центре, в самом центре этой колонны, вот Геннадий машет ребятам своим шариком, да, есть и такой, будьте осторожны, да. Перед нами Одесса Баллон Фест. Это же настоящий, а точнее не настоящий, но надувной водный мир. Да. Кстати, большая просьба, когда вы сегодня будете на Юморине смеяться, это я обращаюсь ко всем гостям, не выдыхайте одновременно в сторону моря, иначе может случиться большой отлив. И тоже касается вдоха, не вдыхайте воздух, чтобы смеяться одновременно, может случиться прилив, и тогда мы станем не городом у моря, а городом в море. Но, правда, тогда мы сможем насладиться настоящими морскими жителями, точнее, общением с ними. Но лучше пока что с вот такими легкими, воздушными, безобидными. Говорят, кстати говоря, заговорился. Осторожно, смотрите, морские твари. Актинии. Да. Кстати, есть актинии, но нет посинии. Боже мой, как это можно было все смастерить. Ребята надували шарики еще с Нового года, чтобы сегодня оказаться здесь. Кстати, обратите внимание, дети в коляске. Это единственные дети, у которых родная тетя надувная. Ого! А тут еще и осьминог. Посмотри. Осьминог ли? Возможно, это установка символизирует популярный когда-то сериал «Ля Пиобра». Спрут. Да. Но мы надеемся, что, конечно же, с каждым годом мы все больше будем верить в то, что и все спрут. Капитана катания не хватает, конечно, на этой телеге. Да. Капитан катания есть, да, сверху. Вот, ребята, посмотрите, что к нам приехало. Неужели это легендарный дизель-шоу? Дизель-шоу в кабриолете, ребята! Да. Звездное комедийное дизель-шоу. Вы не слышите, они сидят и уже пошутили 18 раз. Да. Водитель ухахатывается не может. Дизель-шоу, обратите на них внимание, присмотритесь к ребятам. Возможно, Егор, это президент Украины 2024. Обратите внимание, Борис Карский думает, что в этой машине его внучатый племянник Макс Барских, но нет. Боря, он не там. Боря Барских! Боря, это другие люди. Боря! Боря Барских! Боря! Дизель-шоу у нас начинается. Автомобильное шоу. Боря вернется. Егор, привет зрителям нашего канала. Привет! Студия гонщиков с Одессы. О, всем привет! Студия гонщиков с Одессы. Очень приятно. Студия гонщиков с Одессы. Большая просьба ко всем присутствующим автомобилистам. Ведите себя хорошо. Смотрим на Ютубе. 20 тысяч жителей Болгарии и 10 тысяч жителей Литвы вдруг